Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирования. И сегодня мы научимся создавать вот такие прекрасные трендовые рукава. Для того, чтобы создать это платье в целом, вам понадобится базовая конструкция плечевого изделия. Это означает полочка, передняя половинка платья для вашей фигуры, спинка, задняя половинка платья, и одношовный вточной рукав. Такие лекала можно построить по любому учебнику по конструированию женской одежды. Я построила свои базовые лекала по пособию «Инструкцию по конструированию женской одежды». В ней рассказывается о том, как правильно и качественно снять мерки. По разделу плечевых изделий я построила базовую конструкцию полочки, спинки и рукава которые нам понадобятся. Здесь вы найдете очень подробную инструкцию, и множество иллюстраций, поэтому у вас обязательно все получится, и вы не запутаетесь. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happynasobachka.gmail.com Итак, разберемся с основной частью платья. Вы видите платье прилегающего силуэта, то есть базовую конструкцию или лекалы, которые у нас есть, мы можем оставить в прежнем состоянии, то есть не изменять. Что касается рукава, фигурная часть – то есть часть рукава, которую мы будем моделировать, находится ниже уровня локтя. Поэтому мы можем сразу определить уровень локтя на рукаве и отрезать по этой линии. Теперь верхнюю часть рукава мы можем отложить, нижняя часть нам практически будет не нужна. Мы замерим только ее верхний срез для того, чтобы все детали затем скроить, исходя из этой длины. Поскольку мы эти детали должны будем притачать в верхней части рукава, длину, которую мы замерили, отложим на бумаге. Вглядимся в картинку рукава. Как видите на нем лепестки трех размеров. Самый большой длинный лепесток, в одном рукаве их два, имеет длину от уровня локтя и чуть ниже уровня запястья. Вы, если хотите, можете сделать до уровня запястья, там, где начинается кисть. Поскольку больших лепестков у нас всего два, мы разделим этот отрезок пополам. И теперь длину лепестка, которую мы решили взять, мы откладываем вниз, каждого отрезка и рисуем лепесток полуовалом. На картинке над каждым большим лепестком есть лепесток поменьше, то есть деталь среднего размера будет тоже в двух экземплярах на одном рукаве. Визуально определим длину средней детали и теперь мы наложим ее посередине первой большой детали. Но приглядитесь на картинку, по верхней части этих лепестков создается небольшой объем если вглядеться то можно увидеть что он создается благодаря мелким сборкам по верхнему срезу этих лепестков поэтому если мы хотим иметь такой же легкий объем у основания лепестков то нам необходимо сделать легкую небольшую сборку уже по средней детали нам необходимо скроить деталь шире чем мы предполагали поэтому если мы делаем сборку то мы желаем и длиннее то есть к длине которую хотим видеть в готовом виде добавляем еще немного по бокам при этом также округляя боковые срезы каждого лепестка ну и в заключение маленькие верхние лепестки на картинке их 4 они располагаются над средними лепестками также по центру а третий и четвертый вместе соединение больших лепестков посередине здесь и здесь то есть этот лепесток соединяет в круговую детали слева первую и справа вторую. Если вы хотите создать небольшой объем у основания лепестков, то вам необходимо скроить деталь верхнего лепестка чуть больше, то есть шире. Затем сформировать сборку до той степени, чтобы длина лепестка в сборке была равна длине лепестка в готовом виде. И затем уже пристрочить в круговую. Вот и все. Если у вас есть какие-то интересные модели одежды, то обязательно присылайте мне их на почту gmail.com И, возможно, в следующих выпусках мы их смоделируем. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока.